Всем бойбова, мои дорогие друзья, с вами Макс, и вы на канале Роман Максим Дорлыч. И, о боже мой, товарищи, товарищи вы, шестая часть слова чухана вышла. Поехали смотреть. Это дисклеймер, сами читайте, я заколебался. Все, поехали. Смотри, какое дело. Вчера я ебанить. На свет. Я тебе ебанник снизу. Я не хочу. Уйди, уйди. На меня порвай. Пошел в больницу, дебил. На густок не ремонт. Вот если он на свет, с тебя и сын рук. Не близко, не со снизка, а реально сын рук. Такое, что я дурин стал. Этого и меня не хватало. Ну, после сегодняшнего у тебя нового я и сомневаюсь. Что вы сказали? Сам решай, как быть, конечно. Что ты мне это что решишь? Сиди близко. Сос. Что? Я дебил. Я Василий сам. Не сырен. Сырен. Ты сам должен прийти и сказать. Я, когда он пошел, не по той дорожке. И тогда я покажу, где ты носишь. Привет. Ты чё, товарищ, нахуй, товарищ? Я только. Я не человек. Нахуй, иди, говорю. Там. Да что у нас тут такое? Сиди, хоть мать. Кир, прости, можно Кир пойти на минуту? Тебе пицца, да? Не тебе, а вам. Ты курица? Не ты, а вам. Знаешь, почему? Ты тут кабель кладешь. Голове у него геморрой, рикл с эссерли. Знаешь, мне чё ты нахуй, не знаешь, ты очень тупой. Очень. Ты чё, дурик? Извини. Стоп. Вот теперь, Кинч, я тебя точно прибью. Разный мир, полный ярких и красочных. Да. Политикам, бандитам. Она. Борись с коррупцией, защищай справедливость. Районы, веселиться или идти по карьерной лестнице решать тебе. Переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер, вводи мой промокод, который ты видишь сейчас на экране, и наслаждайся игрой. Ну а теперь к Марару. Мясо по-французски тут у меня. Ивана, а чё уж там, можно было и посадить даже. Все сожрёт с голоды. Володь, а тебя... Чёрку, не садись. Понятно. Чё ты садись, даже не ешь? Ты дебил. Идиот. Пососи, урод. Ты заебал, пёс. Что с шапкой, рассказывай. Пошел нахуй. У Андрея наперсточники мамы выиграли. Она же такая красивая, молодая. Ну вот я и перебернулся. Ну и прям вообще нищий. Я даже на возраст хотел свою видео поездить. Но они не приняли за возраст. Вот, выхожу я, а там Флюра Габдулла идет. Ну вот я и пизданулся. Идиот? Идиот? Я так и знал. Нет, я тебе верю, ты чушь хотел. Подругу, мя-мя-мя. Да. Поясни. Зло порождает давно. Нет, вот. Здесь нельзя проехать. Тренировка.
Ребят, вы видите вот этот комментарий? Пилите мне и этому Кинчу. Побольше лайков, чтобы видеть седьмую часть. Возможно, мы так все дотянем аж до 10-й части. Или до 15-й. 15 слишком много, но... Наверное, на 8-й серии уже можно будет заканчивать. Ну, на 10-й части хотя бы закончим и все. Все, всем пока. Блядь.